Sunny Isles Beach, Флорида, и люди стоят в поддержку Украины против войны, вот с флагами одиночные тоже стоят. Это у нас Sunny Isles Beach, Флорида. Вечереет. Уже у нас сегодня какое? Пятница. Второй день войны идет, нападение на Украину. И вот люди стоят на улице. Прямо вот тут, в 200 метрах от океана, в ту сторону. Здесь еще больше народу собралось. Митинг идет на украинском языке. Вот тут в ресторанчике сидели рядом. Добрый день, дорогие друзья, дорогие подписчики. Руслан на канале Athletic Trucking USA. Здесь небольшая питомник, ферма, хотел сказать, где загружают вот такие вещи в катках с человеческий рост растения. Это будет 17 тонн, 17,5 тонн должно быть, это где-то 16 тысяч килограмм, наверное. Так. Полный трейлер будет, а я уже буду подметать потом. Я нахожусь на юго-западе от даунтауна Майами. Миль 40 от Майами. 45 миль ехал от места стоянки, короче. Груз идет тоже на Флориду. Недалеко там. Реддик, Флорида. Чтоб просто шаг, чтобы уехать с Флориды. Можно было пустым немножко проехать, но не стал. Вот они, поля, фермерские угодья. Декоративные растения загрузил здесь. Вот как поливайки работают там. Декоративные растения, вот такой бил дали. И женщина подъехала и говорит: у тебя калькулятора нет? А я говорю: а что? Да вот смотри, говорит, вот надо 300 умножить на 33. Я говорю: ну в смысле? Ну 99 будет, и там, ну я не расслышал, сколько надо нулей прибавь. Она говорит, это... А, да, ну ладно. Ну, такая, возраст до 30 лет, наверное. Ну, 20-25, может быть. От 20 до 30, не понял. Вот такие вот здесь грамотеи. Это к вопросам про среднюю школу в США.